Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня новинка. Столько сейчас буксов новых пошло. Значит, без вложений, just books. Надежный и простой заработок. Без заморочек, работает как бы на просмотре серфинга. Регистрация. Здесь простая: логин, email, пароль. Цифровая капча. Попадаем по логину и паролю в кабинет. Значит, наш профиль. В настройках мы указываем платежный реквизит Payer. Так вот, Payer. Нажимаем сохранить. Выход так. Значит, серфинг. У нас рекламки. Можно проверить на вирус. Давайте коротенькую покажу. Нажимаем на название рекламки. Идет отсчет времени. Так, циферку выбираем, 90 в нашем случае. Все, нам денежка засчиталась. Возвращаемся. Закрываем. Так, далее что у нас тут? Вкладочка «Вывести минимальный вывод от 1 рубля». Вводим сумму, нажимаем «Вывести». Здесь для рекламодателей пополнить баланс. Я пополнила баланс на 22 рубля. Я хочу загрузить сюда рекламку. Значит, сюда вводите сумму нужную, кто хочет рекламировать. Нажимаете «Пополнить», вас перебрасывает на платежную систему Payer. И там все по схеме «Рекламировать». Вкладочка. Значит, вот здесь вкладочка «Рефералы». Находится партнерская ссылочка. Вот она. Значит, уже 1019 участников. Я 998 была. Проект работает один день. А здесь связаться с нами. Как бы, если возникнут какие-нибудь вопросы, выбираем тему. Так. Вводим текст, капча цифровая, нажимаем «Отправить». Давайте я размещу рекламку, покажу как. Ну, вот здесь еще вот в шапке, так, главная страничка, новости, выплаты, правила, контакты. Так, значит, нажимаем «Добавить ссылочку». Рекламка здесь дешевая. Значит, 5 секунд просмотра, ну, вот на 1000 просмотров выходит 20 рублей. Так, 2 копейки всего. Значит, я выбираю 10 секунд. Это вот на 22 рубля. Сюда вводим название, описание, ссылочку. Нажимаем «Создать». Так, вставила название, описание. Все коротко, чтобы ясно было. Нажимаю «Создать». Вы успешно добавили ссылку. Так, теперь «Пополнить». Ввожу сумму 22.00. Так, пополнение. Или без точек, просто 22 тогда выходит. Сумма пополнения. Готово. Так. Все, вот у меня сумма стоит 22 рубля. Так, идут показы. Вот, 1000 показов, значит, сюда можно как бы нажать «Приостановить показы», статус «Изменения успешен». Так, и опять «Запустить» будет сейчас активно. Все, я добавила свою ссылочку, и моя ссылочка уже должна быть в серфинге. Так. Так, что-то я ее не вижу. Ну да ладно, должна появиться. Нет. Так. Ну вот, в принципе, вот такой вот бокс. На вывод, естественно, буду проверять, делать видеообзор. На этом все. Всем удачи и больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч.